Всем привет! Сегодня мы будем обзор делать на книги фотошопа. Понятный самоучитель фотошоп сосе. Что тут у нас? Установка и работа с файлами. Ну, кое-что я могу делать, но... Я могу мелочь делать, но надеюсь, что превьюшки будут приятны. И приятно будет подписчикам смотреть, как его всех обожаю. Тут что у нас? На первой главе установка и работа с файлами. Второе, рабочее пространство Photoshop. Третье, основание приема правки фотоснимков. Четвертое, работа с выделенными областями. Пятое, работа со слоями. Шестое. Улучшение фотоснимков. Седьмое. Ретушь фотоснимков. Восьмое. Восстановление фотоснимков. Девятое. Надпись, эффекты, кисти. Десятое. Дополнительные возможности и заключение. Кстати, надеюсь, эта книга приятна. Но я начал там читать, только заголовок почитал про что. Вот так вот. Иллюстрации есть там. Приведенные. Вот. Буду работать с превьюшки, вам были приятны. Вторая книжка. Вторая книжка Photoshop. Твоя любимая игрушка. Вот. Что в ней? Ну, в ней вон. Лягушка. Лягушка. Так. В этом фотошопе что у нас содержится? Работа с цифровым изображением в фотошопе. Базовые навыки. Палитра инструментов. Второе. Как изменить параметры и размер фотографии, обрезки фотографии. Изменение размеров изображения, понятия холста. Обрезки и поворот изображения. Как проще простого улучшить контраст яркости изображения. Как отменять произведение действия? А ну да, а то бывает, что-то сделает такой, как это все переделать? Так, третье. Как прояснить затемненные фрагменты? Инструмент быстрого выравнивания. Искаженность на фотографии ему наделать. Так, четвертое. Ретушь цифровых фотографий. Как стереть ненужное редактированное изображение, удаление ненужных элементов изображения и восстановление потерянных фрагментов. Круто! Увеличение резкости и размытия изображения, осветление и затемнение определенных областей изображения, настройки цифровой насыщенности в разных местах изображения. Пятое. Составление панорам из нескольких фотографий. Шестое. Рисование и нанесение текста на цифровые фотографии. Рисование на изображение. Текст на изображение. Элементные навыки. Прикольно. Ну, текст я так могу написать, но... Хочу, как он покруче. Седьмое. Световые эффекты. Эффекты освещения. Игра бликом. Восьмое. Фотомонтаж в фотошопе. Как делается фотомонтаж? Как выделение фрагментов изображения разной сложности инструмента ведения? Как копировать вставки один изображение и их фрагменты в другие? Прикольно. А, ну как передвигать изображение, я там знаю. Девятое. Слои и создание спецэффекты в фотошопе, ништяк. Что такое слой, каково предназначение слоя, как использовать слои в фотошопе, правка изображения, срез слоев, объединение, склеивание слоев, работа со слоями. Это прикольно. Практический пример создания колладжа. О, нет. Десятое. Использование фильтров для художественной обработки цифровой фотографии. Ну, прикольно. Вот изображения всякие.
там учат вот как темнение, осветление делать. Все описано, прикольно. Вон. Порванная была и нормально сделать. Редактирование. Вон. Кошки, собаки. Как все делать, вообще прикольно. Вон глаза, все. Нос уширить. Вон. Парик сделать. Сердечки всякие. Вон цветные клубничку. Синие сделать, покрасить как. Лягушку вырезать. Потом нанести. Крокодил, апельсин крокодилу поставить. Вон. Мужика по-всякому делать. Искривить часики. Это. Ну, надеюсь, я научусь не делать. Так, это было две. Вот третья книга. Photoshop. Так, а может быть, я потом заказал, а то везде все одинаковое. Ну, нормально. Может, что-то где-то разное. Может, одна единственная на все. О, сколько тут много заголовлений. Я вам вверх прочитаю. Приступление к работе. Немного о территории цвета. Глава 4. Векторный и... Глава 4. Векторное и точное изображение. Глава 5. Настройки программы. Глава 6. Инструмент рисования и заливка. Глава 7. Каналы. У меня два канала. А, кстати, на Позитив Вселенной там это разные ролики, можете туда подписаться. Ссылка будет внизу и мной рекомендованные каналы. Там будет Позитив Вселенной. Тоже с двумя свинцами. Работа со слоями, тонная и цветовая коррекция. Так, 10. Резкость и установление местных дефектов. 11. Бит цвета. 12. Фильтры. Дефектов фильтров столько много. Так, 13. Работа с текстом. 14. 3D графика. 15. Photoshop для веб. 16. Как ускорить работу. Так, 17. Печать. Приложение, описание электронных архива, предметный указатель. Ну вот, давайте сейчас познакомимся. Я вам так покажу. Блин, неудобно показывать так. Я буду так смотреть. Бабочки. Как их делать? Вырезать там. Ну, кстати, глаза вырезать, хромакеять, всякое рисовать. Прикольная книга, кстати. Ну, пока миска, друзья, это, пока миска книгами будем. Ну, будем дальше проходить. О, маска, как делать маску. Прикольно. О, как горит все. О, нифига себе, писанина вообще прикольно. Надеюсь, на мой фотошоп пойдет. А мне какой фотошоп? Мне 17, по-моему, или 16 год. Я, вам кажется, старье какое-то набрал. Ну, как 3D делать рисунки. Так, это вот какого года книга? 13 года. Ну, надеюсь, может что-то. Так, и последняя книга. Трюки. Фотошоп это. CD CS4PS. Кстати, короче, к этой книге прилагается еще здесь там стоит. Ну, такой же обложка там. Так, что в этой содержании, какие главы? Сейчас посмотрим. Так, первое. Интерфейс программы и особенности работы с Photoshop. Второе.
Выведение, графический дизайн. О, такое что-то новое. Третье, текстовые эффекты. Четвертое, текстуры. Пятое, имитация природных явлений. Шестое, создание объемных объектов. Седьмое, ретушь и фотомонтаж. Но и тут все написано как. Так, сейчас ознакомимся, что тут. Вон всякие эти компакт-диски, всякие там, вон всякие эти. Вон как. Кстати, вон как надписи делать, как огонь там. Дучится, чтобы красиво было. Вон как огонь делать. Шрифт как изменять. Просто. Ну, кстати, прикольно, вот. Вот эти вот. Вот книжки. Так. Ну ладненько, друзья. Понравилось? Ставьте лайк, дизлайк, комментируйте, репостируйте. С вами, как всегда, был успешный Сережа. А в чем успех заключается? Это мысли. Главное, думайте хорошо, и у вас все будет отлично. С вами был... Я уже говорил. Пока, друзья.